Всем привет, ребята! Вы на моем YouTube-канале. И сегодня я снимаю для вас влог. Вот, мы сейчас в лесу, как вы видите. И я снимаю на телефон. Взяла телефон, потому что я же не буду на камеру тут ходить снимать. Вот, я здесь немного пособирала. Сейчас покажу даже, если получится. Что насобирала? Капец, на телефон так непривычно теперь снимать. В общем, сейчас как пока. Что-то насобирала, не знаю, надеюсь, вы видели. Надеюсь, вы увидели. Вот. Такие, смотрите, вот прям елочки обалденные. Вот. И сейчас мама где-то тут ходит. Вот, папа уже пошел до машины. А я решила пойти по дороге. Сейчас покажу. Вот дорога, видите? Вот, мама пошла по лесу. А я иду по дороге, сейчас стану где-то в тенек. Вот, и... Не знаю, буду разговаривать с вами, наверное. Ждать маму. Тут вообще непонятные какие-то деревья. Тоже вообще... Ага, я маму вижу, все нормально. У нас сегодня обалденное солнце. Просто обалденное солнце. Я не знаю, видно меня? Меня, наверное, не видно. Буду вот так идти. Ладно. Сейчас я в тенек уже зайду. И у меня, в общем-то, не сильно много памяти на телефоне. Вот. Но я нашла карту памяти на 64 гигабайта. Если что, я ее куплю. Вот. И, в общем, и поставлю, если вдруг у меня будет прям вообще. Но дома я буду стараться снимать на телефон. Но вообще, сейчас пока что снимаю на камеру. Вот. Но что-то хотела еще сказать. Что? Что хотела сказать? Вы пока что не сильно... жалуетесь на камеру, поэтому пока буду снимать на камеру. У меня, кстати, маникюр еще есть. Еще он живой у меня. Но уже скоро он будет не живой. Вот. Поэтому как-то так. Там он тоже вообще прям елочки, елочки. Вот. Видите, елочки прям красивые. Так, где мама? Господи. Капец. Тут тоже очень много людей. Сейчас у нас четверг. Вот. И я маму не вижу еще. Сейчас найдется. Вот, в общем, маму я нашла. Все нормально. Вот. Фуф, капец, я устала. Уроки, кстати, я уже сделала и на пятницу, и сегодня делала на понедельник уже. Иду тут с пакетом грибов. Вот. И с ножичком маленьким вот таким вот. Вот. Ну, я как бы не ищу грибы, я просто иду и разговариваю с вами. У нас обалденное солнце, правда. Кстати, вчера у меня не получилось снять влог. Не помню, по-моему, вчера и позавчера не снимала. Вот, но я просто вообще устала, и у меня было очень много уроков, которые нужно было сделать. Сегодня я уже, вот, ну, как бы, почему бы и не снять, если я сейчас отдыхаю, ну, в лесу, не отдыхаю, но в лесу, вот, и почему бы сейчас, как бы, не снять видео для вас на YouTube. Все равно я сейчас просто хожу, как бы, ну, и у меня уже просто эта рука болит, капец, у меня телефон легче камеры, а у меня болит рука, потому что надо делать так, чтобы было хорошее качество, вот, еще надо смотреть вот сюда, вот, вот. Вот, видите, сюда. А я смотрю постоянно сюда, на себя, то есть, вот. Вот, а надо смотреть вот сюда. Тут дядя какой-то сидит. Сегодня у нас уже тепло, смотрите, я просто в одной кофте, и все. Вот мама, кстати, идет. Многие у меня спрашивают, боимся ли мы ходить в лесу. Нет, не боимся, потому что... здесь много людей ходит, много, очень много людей ходит. И, ну, если бы уже здесь что-то было, оно бы уже нашлось, как говорится. Капец, солнце вообще. У нас просто неделю просто и шел дождь. Сплошной дождь. Ну, и тут тоже такие красивые прям вообще. Многие спрашивали, почему не вышло видео, например, как октябрь начался в личном дневнике. Ребят, потому что я его не сняла. Нет, я как бы его сняла,
Но я его не успела смонтировать, потому что учеба. Если бы, в принципе, не было бы учебы, то я бы его успела смонтировать. Здесь тоже, смотрите, лес. В общем, как-то так. И мы в лесу, и я, скорее всего, буду даже снимать, как мы будем ехать домой. Хочу хотя бы, чтобы минут 7 влог был. Вот. Кстати, ребят, многие еще до сих пор не поняли, почему я снимаю на камеру. Потому что у меня мало памяти на телефоне, из-за этого я начала снимать на камеру. Ну, конечно же, это не навсегда. Я буду дальше, придумаю как, и буду дальше снимать уже на телефон опять. Ну, я сейчас как бы снимаю на телефон, но я не могу прям каждый день снимать. Вот. Фух, потому что мне надо 2-3 видео сразу смонтировать. Вот. Сейчас буду отвечать на комментарии. Сейчас почитаю, на какие ответите, на самые интересные отвечу. В общем, когда я была у себя дома, вы у меня спрашивали, как проходит мой день. И сейчас вы у меня опять спрашиваете, как проходит мой день, только уже здесь, в Киеве. У меня проходит день так. Итак, я расскажу, как в будний день у меня проходит, и как в обычный день, в выходной. Ну, не в обычный, а в выходной день и в обычный будний день. В будний, 5 дней будни, я просыпаюсь в 7:30, вот, выкладываю влог. Ну, нет, я сначала пью кофе, читаю комментарии в Инстаграме, в Ютубе, если они есть, вот, и... В общем, пью кофе, умываюсь, читаю комментарии, потом сажусь за ноутбук, выкладываю вам видео. Потом кушаю, опять пью кофе. И потом я... что дальше делаю? Снимаю, начинаю снимать. Либо начинаю снимать уже после уроков. В течение уроков я в основном стараюсь не начинать снимать, потому что мне нужно начать влог. И потом мне нужно закончить. Я хочу, ну, сейчас я хочу снимать более-менее долгие влоги, потому что были там и по 2 минуты, и по 3, ну, то есть я стараюсь снимать подольше. Сейчас подождем немного маму, я пока буду вам рассказывать. Потом, в общем, я покушала, в общем, сажусь за уроки. Проходят у меня уроки, я... Ну, начинаю снимать видео, сажусь за уроки, проходят уроки, в течение перемены я делаю уроки, на некоторых снимаю видео, влог вам. И потом я заканчиваются уроки, я доделываю, которые я не сделала. Если у меня еще что-то надо делать по творческому, делаю по творческому, по художественному. И потом, что еще делаю? Потом, если есть свободное время, то я играю с Настей. Как вы знаете, если еще кто-то не знает, говорю, потому что у меня куча новых подписчиков, то что Настя — это моя подруга. Вот. И я с ней снимала видео. Если вы пролистаете вниз примерно полгода назад, нет, ну, да, полгода назад, год, то вы увидите очень много видео с ней, так как сейчас я в Киеве, а она осталась дома, вот за 750 километров от меня. И я с ней сейчас не могу снимать видео, но я с ней созваниваюсь, и мы играем. Если вы хотите, то я могу снять, как мы играем в Roblox. Дятел. То я вам могу сейчас снять, как мы играем в Roblox. Вот, и у меня еще разряжается телефон, поэтому я стараюсь быстренько закончить влог. Теперь говорю, как проходит мой выходной день. Я просыпаюсь, монтирую видео. О, господи. Какие-то эти, металл какой-то. Так, где-то мама, где-то ходит, короче. Вот. В общем, сажусь, монтирую видео, выкладываю видео, начинаю снимать, кушаю, читаю комментарии, все так же самое, только без уроков. Вот. И отдыхаю, и все. Ну и еще пытаюсь на выходных снимать такие видео, как делаю личный дневник, или какие-то странички в личном дневнике, вот, или оформление письма там какого-то на Новый год или на Николая, или еще что-то. Ну, в общем, в таком духе. И все, вот так вот у меня и проходят выходные. А в воскресенье я тут. И в воскресенье у меня уборка в квартире.
и кушать с мамой готовим. И все, вот так и проходит моя неделя. Скучно, и все. И вот так, в общем. А я буду заканчивать влог, ребят. Всем пока-пока, до новых встреч. Ждите новые крутые видео, так как у меня сейчас, мало памяти осталось на телефоне. Я заканчиваю видео. Всем пока-пока, до новых встреч. Ждите новые крутые видео. Пока-пока.